Здравствуйте. Сегодня пойдет разговор, как можно улучшить или окультурить свой виноградник. Или таким же самым способом можно и сделать высокие грядки. Для этого необходимо прежде всего материал. Я буду делать это из шифера, который был в употреблении после перекрытия старых построек новым материалом. Шифер остался в изобилии. Поэтому его нарезал на такие кусочки по 29-30 сантиметров. И с него теперь буду делать эти грядки. Копаем вот такую траншею. Сколько необходимо заглубляться в землю? В землю данный шифер я заглубляю на половину листа. Если он на 30, то 15 сантиметров можно смело заглубляться в землю. Копаем вот траншею, натягиваю нитку и по ней буду продерживаться, выравнивая поверхности данного шифера по высоте и по боковой стороне. Углубляюсь в среднем на 20 сантиметров в землю. Одну сторону можно выравнивать, а можно идти с напуском с одной стороны и с другой стороны. По всей длине я пока бороздочки этой не копаю, только на два шифера, потом эту землю засыпаю и потом дальше продолжаю копку под шифер. Беру ранее отрезанный лист шифера. Завожу его накладку с этим листом, с предыдущим листом. Выравниваю эту поверхность. Вот. Разворачиваем чуть-чуть. Вот так вот, чтобы он ровненько был. При необходимости берем брусок и молоток. И постукая его, выравниваем поверхность по высоте. Все так выровнено. В данном случае буду использовать вот такую железную из трубы трамбовку. Беру ранее выкопанную землю, которая была в ведре, и засыпаю данную траншейку. С одной стороны и с другой. И утрамбовываем. Как с одной стороны трамбую, так и с другой. При необходимости отводим лист, чтобы он был по одной плоскости с натянутой веревкой. Теперь беру второй лист шифера и делаю накладку с предыдущим листом. Вот так выравниваю и эту сторону тоже выравниваю. При необходимости, если надо будет подсыпать, то подсыпаем землю. Вот таким способом продолжаю дальше возводить стены из волнистого шифера для красивых грядок. Давайте посмотрим, как выглядят грядки, ранее были проделаны мной. Таким способом можно сделать любые грядки, которые нам нравятся. Давайте еще глянем на грядки, которые сделал под овощи. Вот так выглядит грядка, сделанная под клубнику. Здесь клубника посажена. А вот так выглядят грядки для посадки овощей. Грядки здесь возвышены где-то на сантиметров 20 выше от поверхности земли. Каждый сможет сделать такие красивые грядки, а то может и лучше на своем огороднем участке или на даче. Кто желает получать известия о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.